ребят, короче, всем привет, с вами Ромус Крас, Тэм, там... Да не... Да, всем и... приятно. Здорово. Короче, мы снимаем летсплей, это уже какая-то там серия, не знаю какая, но... Вторая, наверное. Смотри, вторая. Да, снять. Так, все, короче, начинаем. О, мы уже, ребята, вот такой у нас... Какой-то развитый... Хотя бы у нас уже 4 карты в памяти на 1 килобайт. А кто ее крафтил? Кто крафтил? Да я сейчас пойду в шахту. Кварц есть, кто накопал кварц, нет? Тазик, а ты чё? Где? Тазик. Что Тазик делался? Нет. Кварц накопали и... Что делался Тазик? Я накопал... Не, как сказать? Знаете, где Тазик? Тазик. Тазик. Посмотрите, он на севере, нет? Ну все, Тазик пошел. Давай на этом нужно пойти. Да, давай. Фу, я тоже задрался уже. А ты знаешь, что это? Да. Ладно, сейчас клинок разбью. Мне тут вылезти надо и задницу. Ну что, где ты? Раньше ты пропал. Помню, не вижу. Я оттуда пришел. Вынурился, помещение. Соединяй. Да мне нужно кварц. Ты перегородишь. Сейчас я накопаю тебе кварц. Будет радостно тебе помочь. Смотри, у тебя есть это такая фигня? Да я знаю, как кварц выглядит. Да не, другой кварц. Ну вот это такой, как кристалл. Это булыжник. Я знаю, это твое. Какой, смотри, что у меня есть. У меня есть... Вот это? Нет. Вот это? Нет. Нет. И это все, больше ничего нет. Больше ничего нет? Да, так что иди и лежи. Мне вот такой, смотри, нужен. Ой, я его скинул. О, спасибо. Придурок, мне вот такой. Все, отойди, дай мне покопать. Смотри, вот такой нужен. Да я понял, отойди, ну дай. Ну вот смотри, покопать. Смотри, запомни его. Да запомнил я его. Я тебе говорю, отойди, я увидел. О, а нет, это нет. Ром, у тебя нету? Слушай, он на изумруд похож. На изумруд похож. Вот этого нету? Кварц. Да, какой. Вот на изумруд. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может, он только в горной местности встречается, как изумруд? Там везде он. Это. А внизу обычно встречается, он обычно. Фига, что это такое зеленое? Это уран вроде как. Все, теперь у меня вырастет второй член. Я схватил уран руками. Теперь у меня вырастет вторая голова. Ты же уран. Вот он. Все, сейчас мы позеленеем с тобой. Вырастет две головы и отвалится. Все. Да, кстати, можно ядерный реактор бомбануть. Хватит в меня вникать. Ты в меня вник. Отдай уран. Какого? Я вообще... А, вот этот уран. Да. Я их получил. Ну, булыжник не обязательно будет. Ты что, PvP пишем? Ничего. Лучше прочесть. Что-то пукнул. О, ты этот пропустил меч. Немного. Что? Что Тазик нас покинул? Да. Ой, Тазик. Тазик, слышь, ты пэш к нему к себе, пожалуйста. У меня достал. Меня просто достал, я теперь не могу из-за него вылезти, и он вылезти не может. За тебя упал, понял, да? За тебя упал. Все, не психуй. Иди там. Все шпичи. Простона, да будет свет, сказал. Угу. Офигел?
Алмазы. Слушай, меня достал, ничего не делает. Алмазы, ребят, я нашел алмазы. А? Офигеть, это заросли алмазы. Знаете, сколько я накопал? 6 алмазов. А ты герой. 6 алмазов накопал? Так, мне вроде сейчас... А, да, кстати, мне сейчас это надо будет. Да, алмазы всем нужны. Не для карты памяти. Там сундуки у нас есть. Хватит, думаешь? Кто-то игру покинул. Ай. У меня есть золото. Золото вам не надо? Мне нужен спас. Да, вся руда я жду. Команда очень обширная, тут нужно вообще все. У меня есть трайн. Трайн? Я слышу опыт. Это рядом со мной опыт. Чё? Я чуть вам не встал. Да, в этот момент сердце. Кстати, нам надо... Ё-моё, лава. Я тоже чуть лава не упал. А этот думал про... Чё, любители лаву поп... Ты, ребята, нашёл шахту, короче. Блин, слушай, у меня тут алмаз висит над лавой. Я там застраиваю лаву, всё. Угу, всё сейчас будет. Дальше вы видите. Ты в лаву упал? Нет, я чуть не упал. Ну мы, он там. Да забей на этот один алмаз. Алмаз. Блин, я ничего не могу делать без этого, без дроби... Ой, это, ну, без кварца. Один алмаз. Короче... Алмаз. Один прогиб, и ты алмаз. Пожалуйста, не лезь сюда, лава. Я тебя люблю. А ты меня любишь? Ага. А ты меня хочешь? Нет. Чисто, да. Класс. Воу-воу-воу, тихо, не выгоняй, иди. Опа. Какие её хитрил. О, ё-моё. Ох, ёпер. А, два алмаза. Ой. Так, они, я знаю, что алмазы находятся просто в 4 блока друг от друга. Короче, рядом. Можно я вам ничего говорить не буду? Ох, ну ты идиот, а. Я нет, я утопил алмаз. Да. Я думал, я его собрал. Да блин, у меня столько ресурсов, что мне задыхать конкретно нельзя. Ты домой в ТП хотите выкладывай, я в шахту нафиг. Не, ну, стопай, я... тут рядом с нами кто-то есть. Я не вижу, что... Тут какой-то Никита МТА, помнишь его? Ё-моё, достиг. Да ничего, у нас ПВП отключено. Они нет. Не надо его зачебать, они если ты запривать видишь, они тебя лавают. А они собираются за приват выходить, а в привате. В нашем привате? Да, я в нашем привате типа. Подождите, он или ты? И он в привате, и я в привате. Понял, даже на что я намекаю, да? Лава плюс. Да он куда-то делся, я беспонятно сказал. Он спалил наши координаты, да. Там по-любому теперь нужно... Ну, мы собираемся, если что-то решим. Ты можешь? А, стоп, он ушел с сервера, кажется. Он достал то, что ты его убьешь. Я нашел его, и у меня все переполнено. Не-не-не, все надо. А у меня продолжает включено или включено? Ну, пропиши, если у тебя там будет написано, то что у тебя включено, то включено. Сколько я резал там? Ты что, флеш ПВП? ПВП, вот, просто еще. Вы можете на... Вы включили ПВП, вы можете на карте заделать и иметь ПВП. А мне надо... Чёрт, не надо два таких? Вы выключили ПВП, никто не сможет на карте. Нужно ещё один силикон сделать, блин. А вот у меня краники есть, я сейчас посну на воду, и всё можно сделать. Нет, ты лучше фарс найти. Ещё алмазик. Мне просто конкретно... Что, лава моя? Для лавы-то выйди, иди.
4 алмазика? Стоп, Никита МТА, вот он. Да лава делать. Я не знаю. Стоп, не поверю, что рак сломал. Стоп, ТП меня быстрее. Тут этот, Никита МТА. А, давай, срочно. Стоп, ТП быстрее. Стоп, ТП, ТП, ТП. Лава, где лава? Где лава, ты ёбай. Я не знаю. Как вас зовут? Он что, вообще не... Нафига я тебе? Спроси... Ой, скажи, ты не знаешь... Что ты делаешь? Лаву. Как ты копаешь наверх? Ты, блин, я прошел лаву, пошли за мной. Идем. Идем. Мне кажется, без этого так там, без лавы пришел. Сейчас лава придет. Она под низом, она под низом. Ладно, видишь, нашел, все. А как здесь домой? Вот, она вот здесь должна. Все, где этот петух? Он рядом с твоим огородом. Давай, избей его полностью. И удалите его из привата. Почему-то он не в привате. А, он не в привате? Ну ладно. Так. Всему кирку. Садись, садись, иди паренька, птушку лопает. Крафтите мне любую кирку. Я железную крафчу. И мне тоже сделай. Благодарю за... Ладно, иди сюда быстрее. Патриархат, сама. Где у тебя вся броня? А? Где у тебя броня вся где? А, здесь где она. Где только броня? Ща. Да не кирку. Один железной броне ходишь, урод? Да, вам попросту. Пойду силикон соберу. О, появился. Кому силикон надо? Кто появился? Силикон. Кому надо силикон? Где силикон? Кирку, дай железную. У меня силикон. Не-не, мне нужен кварц, мне нужен кварц. Кварц, где? Кварц, суставчик. Сзади, а силикон тоже оставь? Сзади, сзади. Как в Анжелу зайти? Да, я подобрал, да. Слышь? Так, подождите. Нам надо, знаете, дождь яму... Есть? Да. Нам надо яму для мусора сделать. Не надо. Нет, как раз таки надо. Ты у меня фотку куда-то кто-то скинул. Ладно, я пойду что-нибудь кину. Это что такое? Что за побег? А! У меня скелет стрелял. Всё. Ой-ой, я забыл. Слышь, ты координаты убрал? Да. Я нет, не убрал. Я тоже не убрал. И доехать за можно видеть. Это уже... Ладно, кажется, уже давно пора прощаться, давайте. Идем. Ну ты вообще... Ребят, короче, всем огромное спасибо за просмотр. С вами я, Промускрас, Казик, Саман... Казика не было с нами, не говорю. Да, он с нами всегда помнит наши сапки. Да, да. Большие огромные пальцы. Да. Короче, поделитесь это видео. Да. Да. Да.